Вот здесь хорошее место. Стоп. Эй, ты! Ты вмешиваешься в дела Альдмерского Доминиона. Сгинь немедленно. Ты от меня получишь только клинок в кишке. Кто ты, чтобы указывать мне? У меня нет ни времени, ни терпения на это. Талмор не отвечает перед ярлами и их шавками. Мы будем гнаться за другой. Мы должны... Пожалуйста. Жизнь этой не стоит ничего. Она умоляет тебя отправиться в Ривервуд и спасти младшую. Это благодарит тебя. Она не привыкла к такой доброте. Но тебе нужно спешить в Ривервуд и спасти младшую. Эльфи не должны схватить ее, или это рисковало своей жизнью напрасно. Это довольно находчиво. Она справится, но тебе нужно спешить и найти младшую. Заходи, заходи! У нас теплая еда, теплое питье и теплые постели. Хаймэм, извините, но я очень сейчас занят. Если это о моих особенных товарах, боюсь, я все распродал до следующей недели. Каджитку. Хаймэм, только одна мне приходит на ум, необычная на вид. Она довольно милая, как по мне. Она обычно приходит, когда стемнеет. Хозяин таверны оставляет ей кое-какую еду. Но осторожнее, группа каких-то агрессивно настроенных наемников расспрашивали о ней. У тебя могут быть проблемы с ними. Тебе когда-нибудь доводилось видеть такое? Нет, никогда. Почему она выглядит как человек? Даже не пахнет каджитом. Обычно сразу чуешь. Как жаль. Мне бы хотелось такого питомца. Я говорю о небольшой расплате за Лаарса и Лаури. Не теряй голову. Если мы ее не вернем, нам не заплатят. Я не говорю, что мы ее не вернем. Я просто говорю, что сперва хотел бы развлечься с ней. А это неплохая идея. Я тоже хочу. Но нам нельзя оставить на ней ни следа. Так что мы будем очень нежны. А ты еще, черт возьми, кто? Следи за языком, а то я тебе его вырежу. Трудно отказаться от двойной оплаты за то, чтобы ничего не делать. Тысячи септимов. Ладно, бери ее. Но осторожнее, она довольно неприятна, когда разозлится. Она не просила помощи. Оставь ее в покое. Заходи, дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится. Или просто присядь у огня. Тебе удалось найти ее. И я уверен, она убежала. Она даже не говорит с хозяином таверны. Просто берет еду и убегает. Интересно, что ее так напугало. В любом случае, если нужны будут мои товары, найди меня. Эй, ты, я ищу необычно выглядящую каджитку. Видел ее? Отвечай. Не умничай со мной тут. Ты меня не обманешь. Теперь будь хорошим песиком и расскажи все, что знаешь. Не скажу, что удивлен. Она довольно изворотливая маленькая кошка. Очень хорошо, ты можешь идти. Да? Вам что-то нужно?
Ну, ты нашел его. Чем могу быть полезен? Мы остановимся на одном из озер, и ты мог бы поймать для нее... Кольцо, говоришь? Я еще не находил безделушек, которых не мог оценить. Тогда мне любопытно, почему искали меня? Что же вы желаете узнать? Что ж, по рукам. У меня есть записи, которые расскажут о кольце в деталях. Прочтите их, и вам удастся обнаружить то, что ищете. Ага. Из чего бы это? Ты в крысиной норе, дружок. Это моя территория, и здесь мои дружки. Ты не сможешь мне ничего сделать. Слава богам! Этому до смерти скучно. Быть призраком не сахар. Этот уже начал разговаривать даже с бабочками. Кстати говоря, здесь обитает красивый экземпляр, очень падкий на эктоплазму. Но этот давно ее не видел и начинает волноваться. Кажется, все больше и больше алхимиков отрывают бабочкам крылья для своих зелий. А вы алхимик? Если ты действительно хочешь восстановить ей память, возможно, маги в Винтерхолде смогут помочь. Ам, добро пожаловать в коллегию Винтерхолда. Вы, кажется, слегка заблудились. Меня зовут Риана. Я могу чем-то помочь. Ну, разве не совпадение? Я протеже Каэты, здешнего преподавателя восстановления. Она отбыла за припасами на несколько дней. Возможно, я смогу помочь. Конечно, да. Она глава талморских юстициаров в Скайриме. Вы, вероятно, найдете ее в своем штабе в Солитьюде. Но если вы пойдете туда, вам лучше быть осторожными. Я слышала, она очень сильный маг. Но это ее воспоминания. Она понимает, что это будет опасно, но... Она ценит твою помощь. Она благодарна и верит, что ты вернешься к ней. С кодовым словом, конечно. И мы отпразднуем со сладостями и рыбкой. Только быстро. Так-так, посмотрите-ка, что Каджет приволок. Так замечательно, наконец, встретить того, кто мешал моим поискам. Простишь меня, если скажу, что не верю в это. Он удерживал куда более сильных и магически одаренных, чем ты. И я вижу, ты захотел оставить мою игрушку для собственного удовольствия. Она — прекрасная работа, не находишь. Магия для ее создания была опасна и сложна даже для меня. Обладание ей — это почти все, и очень скоро она вернется в мою собственность. Как ты сейчас?